Так, ты что делаешь? Что такое? Нет! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать в очень необычную модификацию на Friday Night Funkin'. То, во что мы сейчас будем играть, даже Friday Night Funkin' назвать сложно, это модификация, игра в кальмара. Я сейчас вам покажу, я сам видел буквально чуть-чуть, это совершенно новая концепция. Ставьте, пожалуйста, лайк, пишите комментарий, подписывайтесь, жмите колокольчик и включайте все уведомления, если вам будет это интересно. Вот, собственно, как это будет выглядеть. У нас игра, я не могу выбрать ни уровень сложности, ни хрена, мы просто нажимаем Enter. Первая игра. Красный свет, зеленый свет. Ясно? Они могут двигаться вперед, когда она поет. Логично, это я все понимаю. Если она детектит, что ты двигаешься позже того, как она прекратила петь, ты устранен. Ты можешь идти вперед, нажимая пробел. Нажимай стрелочки, чтобы избегать напуганности. Ты можешь делать сики или хорошо. Да начнется игра. Так, ну давайте, во-первых, я для начала предлагаю сдохнуть. Вот, идем, идем, идем. Бойфренд бежит, давайте устраняйте бойфренда. Все, бойфренда устранили. Ага. Ну, в общем-то, вот так это и происходит. То есть, нам даже не показывают этот выстрел, и это, в принципе, хорошо. Так. Да? Так, подождите, я... Нет, только когда... Блин, музыка началась! Твою мать, там музыка началась, я думал, можно уже. А? Не поймал меня. Так, все, я не двигаюсь. Ну давай, начинай уже. Пение свое. Во. Оп. А что там такой? Вау. Блин. Я не могу ни одной стрелочки пропустить. Ни одной стрелочки я не могу пробовать. Это серьезно? А что такой какой-то пожеванный додик карликовый там с тобой стоит, я пойму. Он как бомжара маленькая выглядит. Смотрите на него. Все, я остановился. Так, сейчас, сейчас будет. Готовимся. Ха! Стоп! Я заранее. Ух, музон, слушайте, музыка ускоряется, по-моему. Ага. Стоп. Отлично. Слушайте, прикольно, а? Я прям чувствую себя как в сериале почти. Ну-ка. А чё оно так быстро-то идет? Остановочка. Потом у нас стрелочка вправо идет. Что там за домик сзади? Что за домик в деревне там? Ни хрена. У меня за окном мотоцикл разогнался, так нормально. Так, надо добежать. Надо добежать, ребята. Давай. Фух. Так, я готов. А, быстрей! Остановился. Смотрим очень внимательно. Очень внимательно смотрим на все стрелочки. Так, ладно, пока. А что это было? А что сейчас промелькнуло? Офигеть! Нет, куда я пошел? Нахрена я туда пошел? Да, блин. Слушайте, ну прикольно, игра тебя прям в напряжении держит. Оп! Так, готовимся. Стрелочка вниз у нас, по-моему, идет, да? По-моему, стрелочка вниз. Ага. Все, тут я запомнил. Ты бы хоть бы башку бы реально свою бы вращала, и тогда было бы хоть как-то понятно. Так, сейчас стрелочка вправо. Давай. Ага. Отбил. Дальше просто ждем, да? Дальше идем вперед. Останавливаемся. Так, сейчас вверх-вниз. Вниз, влево-вправо, по-моему, или как? Так, ой-ой-ой. Вот что это промелькнуло опять? Понятно. Ага. Так. Ага. Ух, офигеть! Да хватит! Прекращаем! Это... Стоп! Фух, не нажимать пробел. Вообще лучше от пробела руку подальше держать на всякий пожарный. И нажимать уже только когда... Что такое? Что, два этих бомжа там сбоку. Блин, идите нафиг, ребята. А! Да ёкарный бабай, не надо. А, ну!
Блин. Ой, эта игра мне выдрочит весь мозг, я уже понял, да. Блин, жесть, сейчас начнется. Сейчас начнется. Я не понял. А я не понял! А что такое? Я не понял. Ты что, баран, что ли, совсем? В реальной игре в кальмара играть было легче, наверное, да? Там просто бегаешь и все. А тут ты и бегаешь, и песенки какие-то поешь, и стрелочки сраные нажимаешь, блин. Так. Вот сейчас еще. Ага. Так. Ага. Хорошо. Пока все прям нормально. Спокойствие. Спокойствие, это карта, только спокойствие. Так. Ой, твою мать! Я не могу это пройти, это просто какая-то дичь. Это просто жесть. Я еще раз говорю, оригинальный Squid Game, вот просто играть, когда в тебя стреляют, это и то легче, по-моему. Фух, чуть сейчас не нажал пробел, блин. Ага. Так. Я готов ко всему. Так, минута еще, да? Окей. Я уж пробежал почти. Че еще минуту целую делать? Так. Ну давай. Ага. А-а-а, ну! Так, вверх, потом влево. Вверх, потом влево. Вот когда туда дошел, вверх, потом влево. Чуть пробежал, наверное, и там вот короткими-короткими перебежками эту сраную минуту. Блин, это будет адская минута. Это будет пипец какая адская минута. Туда хрен доберешься. Вот я добирался туда 10 минут. Я проигрывал, и проигрывал, и проигрывал, и проигрывал. Понимаете, что самое сложное, здесь нельзя вообще спамить. То есть здесь надо не то, что нельзя спамить. Тут нужно настолько аккуратно брать эти стрелочки, когда они летят, эти поганые, вонючие стрелочки. Это самая большая проблема в игре, между прочим. А вот сейчас начнется какое-то говно. Так, вверх, потом влево. Я помню. Вверх, потом влево, давай. Ага. Влево. Это дичь. Хватит! Так, ты что делаешь? Что такое? Нет! Так, стоп! Нет, смотрите, тупо нет! А где? Это правильно? Я все прошел, что ли? Да, это эффектное было, блин, завершение. У меня упала бутылка, у меня упала коробка, у меня упала упаковка из-под лекарства. Шикарно! Упало все, блин, что могло. Вверх, по-моему, стрелочка или куда? Ага. Так. Отлично. Давай. Стоять. О. Ну. А, прошел! Вот! Я... Вы хотите сказать, что я тогда на самой последней стрелочке проиграл? На самой, блин, последней. Просто обалденно. Реально так и есть. Самая последняя стрелочка, ребят. Это нажал и нажал неправильно. А что такое-то? Что мы в итоге? То есть тогда была музыка проигрыша, что я проиграл. При этом не было трупа, потому что, видимо, игра мне практически засчитала победу и уже запустила вот эту финальную темноэкранную кат-сцену. Но ничего не происходит, ребят. Гиперактив, закончи с песню без того, чтобы быть айдол. Ну я получил... Все, это победа. Это победа, я прошел. Я гиперактив, понимаете? Я гиперактив! Ура! Здорово. Это хорошо. Хотя, честно говоря... Учитывая то, как прошла игра, это замечательно. Я был не гиперактив, а гиперпассив. Меня столько раз отымели в этой игре, что я боюсь себе представить. Ладно, все, мы прошли, мы это сделали, отлично. Давайте на всякий случай мы выйдем. Может быть, мы во фриплее что-нибудь найдем интересненькое. А может быть и нет. Нет, не найдем. Red light, green light. Normal, hard. Есть еще hard, да? Ну, это я не знаю, это я не готов, ребята. Давайте на нормале заостримся, я и так закончим. То есть я и так этим занимаюсь уже... уже 30 минут я этим занимаюсь. Вот так, представляете?
Короче, на этом все. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик и включайте все уведомления. Мы на этом завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.